Жители дома 4 по улице Каспийской обратились в городское управление жилищно-коммунального хозяйства с просьбой сменить управляющую компанию, отвечающую за их многоквартирный дом. На данный момент дом обслуживает компания «Оазис», однако жильцы выражают сильное недовольство качеством ее работы и считают, что за 5 лет деятельности компания не выполнила своих обязательств. По словам жителей, за все время они исправно платили за техническое обслуживание, надеясь на улучшение состояния их дома и дворовой территории. Однако, по утверждениям управляющая компания «Оазис» не выполняла ни ремонтных работ, ни регулярного обслуживания, оставляя общедомовое имущество без внимания. Это отсутствие должного ухода привело к заметному ухудшению состояния как самого дома, так и прилегающей территории. Жители неоднократно обращались в «Оазис» с жалобами и просьбами. Однако, по их словам, на все запросы следовал либо отказ, либо обещания, которые так и не были выполнены. В результате жильцы пришли к решению о необходимости смены управляющей компании. В качестве альтернативы они предложили компанию «Респект», надеясь, что она обеспечит надлежащее обслуживание и улучшит условия проживания. Для обсуждения этой ситуации было организовано собрание с представителями УЖКХ, на котором жильцы могли открыто высказать свои претензии и пожелания. На встрече представители управления выслушали жалобы жильцов, а также объяснили порядок действий, необходимых для смены управляющей компании. Было отмечено, что согласно законодательству, для перехода на новую управляющую компанию жильцам необходимо будет провести собрание собственников и набрать требуемое количество голосов в поддержку данного решения. Инициативная группа жильцов настроена решительно и готова к проведению необходимых процедур. Они уверены, что компания «Респект» сможет предложить более качественное обслуживание, обеспечит регулярный уход за общедомовым имуществом и благоустройство дворовой территории.